16 округ в основном волнует и больше всего волнует проблем благоустройства, потому что округ действительно в запущенном состоянии, удалось много сделать, но я думаю, что впереди еще в 10 раз больше нужно делать, потому что, ну, действительно, 20 лет как бы район достаточно старый, вы знаете прекрасно, что это не новостройки, это дома 60-го года постройки. И моя миссия, я вижу, что в обновлении все-таки жилого фонда, в отстаивании интересов жителей перед управляющими компаниями, в отстаивании интересов жителей, опять же, в администрации города, в администрации области. В основном все-таки это проблема ЖКХ, проблема благоустройства дворов, это рекреационные пространства, это общественное пространство, где жители могут выйти после работы, пройти с детьми на коляске, бабушки могут выйти, сесть на лавочку, отдыхать, чтобы было красиво, благоустроено, не было грязи, везде был новый асфальт, детские площадки и прочее.